Все прекрасно, все по воле Всевышнего. Ну все, давай, дай Бог тебе сегодня победить, мы болезнь. Да, давай. Пару слов. Че, пару слов, все. Все здесь, братья Чешамбе здесь. Король. Мы уже на арене. Сейчас будем тренироваться, согреться, настраиваться. А здесь? Толпки, короче, это, смешные цели. Смотри. Хороший, бархатный. Смайлик. Нормальный двигатель, да? Здесь вот что-то. Али, Маугли. А, третий. Самый главный бой вечер. Когда все уйдут, я буду драться. Готовьтесь к искре. Будет жарко очень. Именно в карде, именно в бою с Азисханом будет очень жарко. Лично мне я буду обеспокоен, буду сильно прерывать. И по воле Всевышнего все, мы возьмемся. Вы думали, как он готовится к боям? Это я его разминаю. Бля, больно, сука. Ты сейчас дрочить должен. Я не делаю такие вещи. Делай, делай. Не делаю. Тогда же вниз. Скоро. Когда вот этот корный из России ушел же. Знаешь, как переименовали? Дрочка и точка. Маугли, делай! Как самочувствие, Азисхан? Самочувствие хорошее. Алхамдулилла. Я в раздевалке бога. Давайте все, идем? Пойдемте. Кто вы там? Кто? Нов. Али, давай нам. Думан Аллах. Да, да, знаю. Илья, как тут сейчас пропустят? А, вот, вот человек подошел. Давай посмотрим, пожалуйста. Брат, съемы. Уважаемая публика, итак, главный карт вечера открывает трехраундовый поединок в полулегком дивизионе до 66 килограммов. И я представляю вам участников этого противостояния и первым бойца, который выйдет на центр из синего угла. Он представляет город Харок, Таджикистан. Ему 25 лет, ему 180 сантиметров. Он представитель одной из самых громких династий в бойцовском сегменте, чья тактика переть до конца при любых обстоятельствах. Его профессиональный рекорд в ММА 9 побед при одном поражении. И сегодня он вышел на октагон, чтобы разобрать оппонента на его территории и продолжить.
Я Аллах, я Мухаммад, я Али, Амир аль-Муминин. Во-первых, я хочу благодарить всех, кто пришли сегодня поболеть. Во-вторых, я скажу, на то была воля Всевышнего. Я делал все, что требовалось от меня, а победа или поражение – это от Всевышнего. На этом я не заканчиваю, мы вернемся еще сюда. Очень скоро, ждите нас. Скажу вам так, как бы там ни было. Слова после боя. Ну, вот хочу сказать, как бы там ни было, то, что нам предписано, нас это вот по-любому достигнет. Все по воле Всевышнего. Нет больше силы, мощи, кроме Всевышнего Аллаха. Аллаху Акбар.